Доброго времени суток, с вами Дима, мы продолжаем играть за Россию. В прошлой серии мы закончили войну, начатую Австрией с Богемией, в которой также участвовали османы, тевтоны, там Бранденбург, Пфальц, и в итоге вот получилось так. После ее окончания мы съели много чего из тевтонов, из Богемии нам чуть-чуть хватили, тут освободились, что приятно. Поляки и Силезия. Не типа часть империи. Ну кого это волнует. Да. Не надо сюда 60 тысяч отправить каким-то образом. Хотя. Что проблема, я не знаю. Пусть будет тут. Там, по-моему, все спокойно. Нет? Тевтонские, рубинские, нет, рубинские могут. Там надо идти в рубина нам каким-то образом. Это значит, надо просить пароход у Мантуи. Это, наверное, лучше разделить их. Сюда отправляем одного. Нормально так. Прикольно. Нормально. Так. Думаете, вы сможете? Вы издюжите, да? Колониальное спастивление? Нет. Мексика. Почему Мексика не может с кем воевать? Там же есть с кем воевать. Есть успокоить. Да-да-да, пофигу. Ждем. Здесь несколько дней, пока тот свалит. Спекуляция в город Кунгиро. Тимуриты мне не изменится. Пофиг на Тимурида. Так, ты тоже теперь сюда иди. Здесь попросим проход войск. Попросить проход войск. Еще, да вы идите нафиг. Давайте сюда. 44, 39. Давай, в Рим шлепай. И ты в Рим шлепай. Давайте на ускоренных, может, что-нибудь. В Рим. Где-то приходим тоже на ускоренных. Хорошо, оскорбили. Ой, я не знаю, что делать теперь, меня оскорбили. Как я после этого буду жить? Ну, наверное, тоже в ответ оскорблю и все. Надо не про канал почему-то, но ладно. Надо больше. Надо больше. Надо больше кораблей. Здесь делать. Так, 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 так. Ну, кажется, Австралия-то войск явно больше. Да? Мексики. Восемь тысяч, ноль, одиннадцать, двадцать шесть,
26-11. Вы думаете, вы сможете нам победить? Ну, пытайтесь. Я вот только вот все-таки не могу вот этого понять. Колумбия, у тебя есть с кем воевать? Португальский, почему нет? А, перемирие. Точно, точно. Че я туплю-то? Не тупи. Хадрамаут. Хадрамаут? Да, Хадрамаут. Реформа литургии. Понижать реформу или сходить. Вот так делаем. Видите, у меня растет престиж, поэтому как бы можно еще кого-то. Кто там? Пускай Мексика как-то достала. Успокоить. Я как бы тренирую. Нет команды еще, но вскоре найди сюда. Ты просто иди сюда. Ты иди сюда. Пофиг, пусть воротынский будет, мне пофиг. Скулины через реку. Пофиг. Пирог от продолжения меча. Запоздало решение. Так, что там наши путешественники? Не пришел. Убираем. Отменить доход войск. Тратим все, что необходимо. Лояльность, влияние. Почему нет? Паузу снять. Командир покинул нас, который этот. Семенов. Неплохо. Так, еще на 60 тысяч. Ага. Сюда вот Воротынский как раз станет. 60 тысяч тренировать. Это ж круч. Это ж круто. Сейчас тут тоже найдемся. Все, ждем. Ждем присоединения. Ждем присоединения. То есть Пекин, да, можно не спеша. Не спеша. Так, восьмой уровень-то надо строить. Здесь восьмой. Здесь восьмой. Здесь восьмой. Здесь восьмой. Здесь уже восьмой. Здесь уже восьмой. Здесь строим восьмой. Так, и еще где-то надо построить восьмой. Дивно, не подойдет. Ловдив. Может и стоит здесь восьмой сразу замутить. Да, вот так пойдет. Как раз. Дополнительно, то есть не эту, а потом им эту надо брать. Да? Да, да. Несколько здесь мы улучшим вот это, например. Вот эту. И вот эту потом. Вот это потом.
вот это на 8, это все ставим, не важно. Вот это до 8 надо улучшить все. Ой, 7000. Что там с распространением пойдет? Какого фига вы вот этим даете? Давай здесь на 8. Нормально. Пойдет. Здесь не надо. 0.17. Почему 0.60? Университет. Диско дружественное посвящение. Это там пам-пам. Это то, что университет построен. Угу. Нет. Ладно. Вот эту еще 8 сделаем. Все. Больше 8 не будет. Самостоятельность КГЯН. Отлично. Сколько у нас? 3 и 3. 2 колониста, значит. Збекова берем, называем, отправляем сюда. Ага, сейчас Тевтон, где там полтинничный? Вот, вот, где Тевтон будет? Вот на Текс, ну короче здесь. Вот здесь где-то он будет. Плоцк. Что-то все так тухло. Где Варшава тогда? Закрыли. Активность производства и цена повышения развития минус 20. Так что мне повышать, я не знаю. Ну, все прекрасно. Тем более мы сейчас воевать не собираемся, очки будут. Национализировать ничего не надо. Открыли. Молодцы какие. Молодцы. И, конечно, любим друзья. Новое поселение. Нет. Еще как-то не удалось, да. То, что я вам дал удержать, а? Сволочи. Давайте вам подарок чуть отправлю. Так, все. Строить наемников. Конец вы восстановить людские резервы. Самарья не колонизировать. Но сегодня успели. 6000 пришел. Показать, пошить, не знаю. Сначала. Погнали. Так. Достойные люди у вас достойны. Так. Кто там еще? Русская Колумбия. Где там? Так делаем. Перейти. Ланский. Так, обойдемся. Че они все в эту провинцию выйдут? Если надо там стоять, короче. 50. 50. 50, если надо 60 делать. 38. Ну, я знаю.
Здесь, кстати, тоже как-то очень так. 20-30 будет лучше. Бьем. Бьем. Следующие польские, урбинские, османские, датские, сионги, сионд, сионги постоим. Так. Здесь стоят. Так, вот, 18, 20, 14. Давайте еще фрегатов надел. Хотя нет, тут линкоры надо уже делать. 525, 456, 484, 474, 505, 511. 496, 518, 540, 523. Это сколько? 11 пойдет, и обрежных фрегата 3 сделаем. 1, 2, 3. Ну а здесь еще до лимитов далеко. Пошлины на пряность ввести. Так, ну блин, она же мне придется воевать с Флоренским Кри. Приколы. Я за вас никого не буду. Давайте сами. Остали уже. Что-то у нас. Мир, спокойствие. Мир и спокойствие. Где там присоединение? Сентябрь 1736. Отлично. Самар. Скорпион будет, что там? Туземцы атакуют. Только не это. Дорог. Смотрите, я-то злой. Тидоры, видите, молоко терноты. Ну да, тут много. Ой. Терноты. Сулу и тидоры. Ну, через них можно и сулу и тидоры забрать. Можно, но нам нельзя пока воевать. Так, что с вами? Улучшаем отношения. Спасибо.
Бикол и Пангасяну сейчас. Пангасинам. Забыл сразу. Отправим. В торговую компанию. Торговой компании. Останутся эти. Так, что в этих? Поможем. Пока что. Тоже все в компаниях. Австралия. Че все? Все забрали обратно. Но вы так не радуетесь. Раньше времени. Жаленьки, конечно. Так. Балтика. Ага. И что мы делаем? Датские уходят. Датские уходят. Пока они уходят, мы сделаем. 38, 6 и 4 суда. 6, 4. Нормально. Поэтому пока еще и потренируются, постоят. Спасибо. Че по деньгам? 131, нормально. Так, что у нас тут? О, меняем. Прекрасненько, прекрасненько. Не наша маньчжурская. Ту-ту-тум. Так, и в Японии еще. Ой, в Японии, в Китае у нас 50 тысяч стоит. Синайди. Так. Здесь 4 и 6. Все. 60. Здесь 60. Все прекрасно. Новую сделали в провинции эти. Куда нельзя отправить. И все. И ачивку теперь нельзя выполнить. Зачем? Знаете, вот травок всех соберем. По 3000. С Португалией все. Ну, теперь только не говори, что ты не можешь. Колониальная война.
Ну-ка. Так, так. Мексика. Мне вот это вот. Почему-то с этой Мексика не можешь вывать. Ну, у вас фото не хватит. Ой-ой-ой-ой-ой. Лучше с этими. А с Колумбией, да. Почему нет-то? Сложно, конечно, это все. Так, филиппинский кофе, Аляска. Аляска только в Калифорнии. Португальская Колумбия. Посмотрим, сколько у них войск начало. Ноль. Безусловно, начинать воевать. Вы защита торговли. Давайте. А вы? Всё. Как вы будете, как хотите воевать? Хотите, не без разницы. Сердце за мной. Самар. Вот он. Уже отправим сюда. Здесь спокойно сидите себе. Ага. Так, еще где? Сюда. Революции. Молодцы. Император. Быть императором Священной империи Китая, лишь своей собственной. Могущественный субъект. Иметь субъект сейчас больше 250. Огромная столица. Контроль институтов. Владеть, контролировать. Великий лидер. Огромная столица. Высокая дисциплина. 125. Парламент. Это для кого? Австрия, Российская империя. Число владения плюс 20. Вы не можете активировать эту способность, так как она стоит. А у вас всего 9. Я знаю, как он, да, я сделаю. Что тут у нас еще есть? Верные субъекты, лечение, дальность артиллерии, неограниченные завоевания. Это круто, конечно, пофигу уже. Глобальная ширина флота, пофигу. Фасированный марш. Бесплатен. Дальше. Бонус артиллерии против крепости, да. И желание свободы субъекта. Угу. Тут такие прикольные идеи, да. Один где-то пал, это где он пал, это не знаю. Давай здесь встретимся.
Так. Что нас собирает? Когда замаркант Липкин? А, все, мы лишились одного. Так, и защита торговли. Надеюсь, бессмысленно пока любики будет. Так, 60-60. Пойдем, пойдем. 30 здесь, 30 здесь. Здесь берем фальсированный марш. Десятка. Здесь тоже тридцатки. Все нормально. Знаю, думайте как. Думайте, что вы сделали. Зачем мне вынудили это сделать? Немного надо денег будет. Но мы готовы. Побольше университетов строить. 73, 73, 63. Не принят, что ли, но вообще нанять художника, выступить пред надворный живописник пока не нужен, деньги экономим. Здесь будет быстрее, да, теперь идти сфига, только надо найти будет. Хоть бы что соседняя там приняла. Так. Ну ладно, чуть подождем. Что там по присоединению? Небо 740-го. Так, дисциплина, а есть что там, распространение стоимости внедрения, давайте вот это возьмем. Санкт-Петербург, Москва. В Москве нет, ну ладно, с кем не бывает. Так, польский. Угу. Ну, вот этот сходит. Сюда. А, только скорость врубим. Потерян марш увеличить. Не-не-не, больше такое не буду фигни делать, а. Я что-то как-то вставил и ставил, забыл. Тут вот она что-то. Не реформа литургии, авторитет, патриархия, легитимность. Авторитет. Королева для народа. Успешное обращение. Ждите. Даже ее нет. Я же ее, по-моему, это выгнал, нет? Помогать потом наш долг, нас беспорядки. Давайте. Нас беспорядки, это хорошо. Когда они массуются. Позвать. Что у нас там? 12 дней. Забыл помочь восстанию. Австралии потерял. Живи. Так.
А, все, они сами по себе справляются, что ли. Ладно, тогда мы идем обратно. Я прошелся. Ну ладно. Как бы. Но нет, так и нет. Так, вот сюда. Так, сколько у нас там? 4. Нет, 4. Больше не будем, 4 делать. Угу. Да, сюда они не пройдут. Флот Токубы хороший. Куба 43, а этих 50, может, у них денег нет на строительство, да, походу. У меня тоже пока нет, более пока вы перегоните отсюда, да. Нормально, все и восстание нет. Замечательно. Кабрита. Как они сюда влезли, вопрос вообще. Майами. Великолепно. Не, ну Самарканд это вообще лютая провинция. Смотрите, я ничего не делал, сам растет. Венгерские решили, надо нам повосставать. Пусть этот союз несет пользу нам обоим. Вполне разумеется, королева там что-то. Династия Елизавета предложит обеспечить продвижение талантливого советника, получить советника третьего ранга, московское число рекордов. Должен избегать принятия новых обязательств перед династией. Давайте возьмем. Мы его прокачать сразу сможем, да? Да, мы его прокачаем сразу. Так сделаем. Все. Хорошо, пусть так, только так как у нас более-менее установочка хорошая стала, мы содержание армии можем вот так сбавить, да, часть крепостей, нет, часть крепостей убрать мы не можем, о, не все нам нужны. Эти нужны. Ну, вот эти так, но ну, это все равно нужно, что по границе идет, раньше граница там проходила. Идет. Вглубь не могут нам сразу легко пройти, это тоже хорошо. Тропическая древесина. Комета. Ух ты. Даже на пол содержания смогли. Хорошо. Кстати, Великобритания, кто там союзник? Бургундия, Швейцария, Ульм, Сиена. Можно за счет Ульма и Сиена. Ульм, значит, Сиена расширится. Но стоит ли? Нет. Не стоит. Если мы еще здесь все восьмерки поставим, то вообще много к нам сюда щемиться незачем будет, да? Но мы этого делать пока не будем. Купим денежку. Так, Испании надо улучшать отношения.
Пиратские океаны, когда уменьшится восток, появится исследователь, он мне не нужен. Как бы, он мне не нужен. Дальше мы смотрим, что да как у нас, где. Соединение держал. Депрепутация, да, у нас плохая. Да вроде нормально. Личная уния. Будет сохранена лично у меня держава. Шанс остаться 7 исследователей. Испания 7. Минус 74. Сильно большая держава. Вы прикалываетесь? Жопа, короче. Калифорния не надо, чё, кстати, всё, да, война закончилась. Ну, неплохо покоцали. Молодцы. Соляску 10 уже дальше. Вот. С этим надо поулучшать. Читаем. Патрики. Ну, сейчас губернатор, сколько там есть сечетка на губернатора сейчас делает. Отлично, все равно. Время как-то убивать надо пока. Че, культура-то поменялась, нет? Так медленно то. Что там? Ладно, дальше. Так, где эта ошибка? Ну-ка, советизм. Не смогу. Не знаю, как поднять места. Колониальный выручение. Да. Поменять трех. Восстанавливайте. Трех. Так, ну. Аляска. Заменить. Дипломат. Бюрократ. Сейчас кто здесь? 2-4-2. Давайте. Вот так. Следующий. Лаплата. Заменить. Кто сейчас? 5-2-2. Ну тогда вам дипломаты надо. Не, вам на военку надо. Это вам дипломат нужен. И... Мексика. Мексике нужен. Не, ну что это за... Ой, опять не это сделано. Мексика, губернатора, милитарист. Вот. Это я понимаю. И успокоим. Так, сделаем. Крипто достижение. Колониальный менеджмент. Нормально. И опять, сколько будет полная. С Бенгалией, кстати, можно все порасторгать, все, что возможно, и будет их кушать тоже потом начинать. Кто-нибудь союзник? Бахмани, Пасай. Пасай, Бахмани.
Окей, авар, блин, он с этим уридами сливается. Да, у меня и этот сразу же понизился. Минус один. Ну что делать? Так. Ну это на остров уже сложно сюда. Это надо. Здесь переход есть. Я не понимаю. Как я пройти смогу? Давайте ты сюда. Отсюда отзываю. Сюда вот. Вот сюда не могу отправить. Куда отправить там? Наследователь-то нету. Так просто. Ну надо какой-нибудь такой где. Где не сильно. Какие-то все злые. Злые стыть. Сюда тогда отправим. Года почти будет идти, все нормально. Прибыл золотой флот. Вы объединитесь с некоторыми одиночными друг. Уже. Так. Убийство дворянина. Пусть сами разбираются. Потеряют не. Активность не надо терять. Саксянский. Все хорошо. Мы воюем, развиваемся. Ассимиляция. Вообще, ну, все. Быстрее даже, чем я думал, что все закончится. Конечно, плохо, что... Сюда лучше, по идее, надо было отправить и носу выйти. Отцу и так можно выйти без этого. Вот сюда, да. Четыре, пять. Ничего, у кого там все плохо, Мекленбург. Талир. Талир. Трир. Где тут Трир? Окей. Вот тут и Трир. Я цепен. А, так. Надо заключить. Нет. Основной враг хочет заключить. Союза. Махмани, Калибы. Тапы, Броне, Ютер, Мали. Ой, Хэбр, Гуньями. Хорошо. Династия. Испания, Мамлюки, Саксен-Лайнбург. Саксен-Лайнбург это у нас где-то здесь он же был. Значок бы вспомнить у них, вот он. Это вот фиговина. Саксен-Лайнбург, да? Ай, ладно, пошукай на союзников. Ни в чем, которые зовут, куда не надо. Когда не надо. Медленно, конечно, нет. Блин, у меня появилось, можно сказать. Идет так, как будто не у меня появилось. Мы не можем бороться с системой. О, еще и быстрее здесь набрали.
Правильно у нас там. Можно, кстати, наконец-то некоторые вещи принять. А, не, у меня принято это не здесь. Но это самое. Киото Сацума. Надеялась. Ну, вот этим. Все нормально. Нормально, так как надо еще больше. Австрия, Трансильвания, Австрия, Саксония. Трансильвания. А, все понял. Они католики. Все понял. Им проход не дам, так что все нормально. Бейте их. Новый товар. Медленно, 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 сильно медленно идет, да. Уже 46-й. Типа репутация. Я повоевал. Ладно, не повезло, да. Новое поселение. Ну, блин. Я развитие буду брать. У меня престиж автомата растет сам. Так что мне не надо. Очень скучная серия. Ну, блин, я хочу соединить, выполнить вот эту ошибку. Коллективистик. Фантастик коллективист. Кучи кого-нибудь так распространился. То есть у меня все мои, да, мои, кроме одного. То мне надо хоть как-то присоединять Испанию. Умножение всяких. А после этого мы добьем вот этого вот Ла Флориду. И добьем вот этого. Ну, пока не до них. Реформа литургии. Так. Отозвать. Вам что у них там вообще партикуляристы, наверное, с ним. Что у нас тут? Вот здесь принято. Какая скорость? 0.3. Девять, восемь, двенадцать. А, жесть. Столица до полтинника, что ли, добить? Чего нет? Давайте набьем. Ой, так. Дикт оборонительный. Упрощение развития. 75. А, торговля. Кражане. Он только влияние дает.
Даже влияние дает. Ладно, так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Все. Так. И возьмем у них, короче, пофигу. Священники тут же земель захотели. Славия, священники, давайте вам. Чего вам там не хватает? Ноль один. Ноль три. Вот. Все. Успокоились. Наши. Латышская, литовская, греческая, готская, бряцкая, молдавская, белорусская. Белорусская, стяцкая, мишкарская, манжурская, крымская. Угайская, новосибирская, свекойская. А, наших нет. Больше. Шведская. Какие у нас приняты-то еще? Еще чуть можем. Свекокскую принять можем. Узбекскую. Кстати, видеть кто? Узбекская, значит, узбекскую надо принимать. А, давайте узбекскую примем. И мишарская, казанская, манчжурская. А в Пекине кто? Чилийская. Можем чилийскую принять. Эти жились как они. Жилийская, узбекская, узбекская. И какую мы там еще приняли-то? Жилийская, шведская, астраханская, рязанская, узбекская, сайгокская, сайгокская, астраханская. Сайгокская. Все, на шестерочку только осталось. Нормально. Эпидемия. Численность уменьшится или деньги. Португальская, Мексика. Османы больше не могут быть. Нет. Это ж плохо. Колониальная война. Калифорния не надо. Эти не могут почему-то. А, эти еще воюют, наверное. Но... Бург фальц в тоне какими османы. Испанская Луизиана. Ты что ли? Киньте мне надо. Эмбарго снять от мамлюка. Жесть. Отношения. Ага. Что там?
найти фильм, да пофиг. Так, так, неплохой. Называю, что у нас там по этим. Улучшены. Со всеми поулучшал. Да, у нас еще и Австрия, Испания, 2015 ксена. С Австрией что у нас? Ну, агрессивная незаконная территория. Спадает все. Так, кого в союзнички взять такого? Чтоб не мешался. Да никого. Тимуриды. Против тимуринов, например, вот Бахмани, смотрите, как крут. Я взял Бахмани бы. Хотя зачем сейчас кого-то брать? Не знаю, стоит ли, не стоит. Австрия, так как он защитник. Прованс, так как он этот. Австрия, Трер, Сена, Нидерланды. То же самое с Польшей, да? Даже больше. Те тоже католики. Вот Саксония уже не католики. Это я так смотрю. На будущее. Любик, например. Вот Любик. Хочу с Любика назвать. Австрия. Защитник. Остальное это не важно. Набег казаков. Сделал вид, что мы не при делах. Это с кем? Тимуриды. Пофиг ему тимуридов. Банкротство купца отсутствует. Казна уменьшится на 67,3. Боже мой. Бедный, бедный я. Ладно, стоит закончить на этом серию. Спасибо за внимание. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока-пока.